Всем привет! Вот и закончилось наше путешествие в Ардене, в Сочи. Через час у нас уже приходит поезд. Прибыли мы на вокзал в Ло. Вокзал находится прямо на берегу моря. Вот выходим и сразу море. Очень такой уютненький. Не нашли только... Лестницы тут есть, но не нашли горочек, чтобы спускаться с колясками и с чемоданами на колесиках, потому что пока неизвестен наш путь, или первый, или второй, или третий будет. Очень душно сегодня. Погода просто чудесная, нам очень повезло с погодой. И эти 10 дней прошли просто великолепно. Ребята уже немножко устали, ждут, когда поедем домой. Но сказали, что приедем еще. Поезд мы купили. Северная Пальмира. Адлер Санкт-Петербург. Двухэтажный. Заодно проверим, потому что смотрели разные видео и положительные, и отрицательные отзывы о поездке на этом поезде. Мы сделаем свои отзывы и снимем и покажем вам. На улице сегодня 27 градусов вечером. Вокзал очень такой уютный, чистенький. 10 дней назад вот мы приезжали, здесь были розы, уже отцвели. Срезали. Получается, с левой стороны море, с правой стороны у нас горы. Так, объявили наш путь. Третий путь у нас, ребят, проходим. Оказывается, у нас надо идти. Идите, идите вперед, вон за ребятами. Там команда, кстати, вот впереди идет. Целая танцевальная... Танцевальный клуб. Давайте, тихонько, идите, сейчас подойдет туда. Ребят, пропускайте девочек, потому что они тоже всей командой идут, чтобы им не растягиваться. Потом мы идем. Очень неудобный переход. Ужасный переход, сразу говорю. Ребят, проходим туда внутрь. Здравствуйте.
Наша? Наша. Второй этаж, 104 место. Далеко документы не убирать, это повторный проверить. Давай. Поднимаемся наверх. Здесь стоит бойлер, можно воду пить. Так. Картина Санкт-Петербурга. Дорожка. Номер у нас 101, ребят, по-моему. А подождите, 100. Вова, возьми, пожалуйста. Вова, возьми, пожалуйста, мне сумку никак нельзя. Быстрее. Хорошо. Так. Смотрите, вот 101. Смотрите, нам тут карточки лежат. Чтобы открывать и закрывать, если потеряли... Так, показывайте, мы... давайте сразу обзор сделаем. Да, можете пока все под диванчик этот положить, да. Кстати, работают кондиционеры на улице почти 30 градусов. В поезде с кондиционером очень... Удобно. Очень комфортная, кстати, температура. Давайте. Так, на, паспорт самое главное положи. Ложите все сюда, я это... Кровати уже заправлены. На второй полке и на нижней полке кровати уже все заправлены. Заходим. Сейчас. Вот тут каждому по карточке. Каждому человеку. Давайте посмотрим, как из кровати. Подожди, давай сейчас мы... Сейчас я сначала тоже зайду, положу рюкзак. Покажи. 4 штуки. Выдаются вот такие карты. 101, 103, 102 и 104. Ну, потому что 4 места в купе. И вот это какая-то новенькая еще. Вот 2 теперь. Угу. Вот. Салфетка здесь, радио. Смотрите, какое красивое стойчик. Радио вот наверху. Вот наверху радио здесь. Здесь с тобой музыку включать. Тут музыку не включать, наверное. Индивидуально у каждого лампочка. Где? Вот наверху. С выключателем. Это не, не дотянешься. А, да. Потом мы обзор сделаем, включим. Вот рядом с тобой наша лампочка. Вот она включена. Меня включи. Это удобно, кстати. Да. Если ты, например, проснулся и хочешь посмотреть в окошко, включи. Например, почитать можешь что-то. Это очень удобно. Никто всё, тебе... Я теперь сейчас пока разденусь, потом дальше. Никто подглядывать не будет. Да, все верно. Так, поезд сейчас тронется. Здесь у нас зеркало. Минус только в том, что его не протирали. Оно все-все залапано. Пока один минус нашли. Теперь Настя у нас лезет, поднимается, точнее говоря, на второй этаж. Здесь такие лестницы с одной и с другой стороны. Да. Тут еще магнитики вот. Ага. Там будет спать мама и где? Настя. Ага, все, давай. Я еще не забиралась сюда. Свет включайся. Сейчас проверим. Лампочку. Тут просторнее, чем, в обычном купе? Да. Так. Это основной свет. Это чтобы визить. Так, а это? О, это усиливает. Ну-ка еще раз. Можно на половинку сделать, можно на целую. Ну, пусть пока, у нас включи. Дополнительный свет еще есть над кроватями? Каждым спальным местом. Когда ты спишь. Вот здесь очень много видео было, вот этот скос. Вот посмотри, удобно он там, если ты вот, например, спишь и встаешь. Не мешает тебе? Ну вот.
Опа. Здравствуйте, такие, да, ночью. Вот, кстати, вот второй минус нашли в этом вагоне. Но, кстати, кондиционер работает, кстати, да, ребят? Тут удобнее. Холодненький, работает. У нас тронулся поезд. Ай, солнце светит, сейчас вечерок. Как ощущения со второго этажа? Великанами. Ты можешь смотреть, что внизу, а там ты не можешь. И еще один мы минус нашли. Мы только зашли в поезд, и застелены постельные. Оно уже были использованы. Уже, но это понятно, что не все используют, но оно плохо отстирано. И такие, такие пятна. Это кофе. Три минуса только. Пока три минуса нашли. Может, найдем уже. Так, кофе. Первый минус — это постельное, зеркало и... У нас слова нет минусов. Мы можем вот так даже встать. Здравствуй, Шишка. Мама, а нам удобно. Мы можем вот так вставать здесь. Вот так. А здесь как? А когда спим, вот так. Наверху удобно, не надо вот так складочка быть как-то. Наверху. Все, до свидания, Варданы. Мы обязательно вернемся в следующем году. Самое неудобное. А наше путешествие начинается. Санкт-Петербург уже. Как, Вовчик, дождался? Домой же хочешь? Или кушать? Второе, первое или второе? Я к дедушке хочу. А, где? Так вот мы сейчас к дедушке едем. Я сам хочу к дедушке. Сейчас дедушка. Завтра. Не, не завтра, послезавтра у нас дедушка уже будет. Поезд занимает по времени, вот сегодня 7 вечера. 7 вечера, а мы приезжаем послезавтра в 7 утра. А-а-а. Полтора суток ехать. Вот сюда можно подключаться. И чтобы было... А внизу у нас две зарядки. Вот здесь у нас. Да, зарядки, да. 4 зарядки на каждого. Море какое красивое. Сейчас будем ехать вдоль моря. Отдыхать. Красота. Все, теперь мы разбираем сумки и ждем проводника. Сейчас теперь нам нужно самое первое — это обследовать, где находится туалет. Давайте попробуем. Давай. Закрываем. Теперь нужно приложить. Все. Убирай. Она должна стать красной. Да, красненькая тоже. Она красная была. Все, все? Красная. Все. Красная. Все, да, она больше загорелась нет. Красненьким. Все, теперь дверь мы вот дергаем, она закрыта. Она никогда не откроется. Да. Теперь спускаемся вниз. Главное не потерять карточку. Не смыть ее. Здесь есть огнетушитель. Уголочек, смотрите, ребят, стоит. Вот. Угу. Теперь спускаемся вниз. Вот еще один крем. А, ребят, смотрите. Так, здесь туалет. Давайте заходим. Заходим в туалет. Заходим. Давай. А тут он, кстати, не... Он без окна. Давай, выйди, я посмотрю. Да, а потом... Здесь нет окна, как в обычных вагонах. Металл. Бумага внизу, вверху, салфетки. Для душ. Кто у нас хотел в туалет? Давайте заходим. Вот тут их три. Вон там кнопочка, где рука зелененькая, там смывать. В унитаз ничего не кидать. Вов, заходи, писать. Най, заходи. Я после. Все, пока писать. Я! Ну как? Идеально. Там он не шумит. Прикольно, что три туалеты и сразу втроем вы можете заходить. Да. Все, Вовочка. Там он не шумный, кстати, как в обычном. Да.
Давайте по низу пройдем. Везде дорожки. Он, кстати, очень тихо едет, его не трясет, не стучат. Привет, Денис. Так, кто у нас тут тоже? Привет, приходите к нам. Мы на втором этаже. Вы знаете, где я? Приходите на наш стол. На первом удобнее в окно смотреть. А, да? Все, мы пока обследуем. Все, идем вперед. Ну, вид тут офигенно. Мне сразу, знаешь, что это, обратила внимание на то, что он очень тихо едет. Прям плавненько так. А здесь у нас находится уже проводник. Сюда мы придем за чашечками и будем пить кофе. Подожди, мы сейчас это дойдем до тебя. Ой, тут так кондиционер хорошо работает. Так, свежо, хорошо. Сейчас нажимаю. Три, два, один. А, что приклеилось? Нет. Там аккуратненько надо. О, она не ключ. Пусть будет. Пусть открыто немножечко будет, да. Давай, заходим. Сейчас будем закомандировать. Пока-пока.